За полгода на заводах Краснодарского края по бутылкам разлито более 6,5 миллионов декалитров вина и свыше 1,5 миллионов декалитров шампанского. Это больше, чем в прошлом году. Такой рывок связан в том числе и с восстановлением винодельческих предприятий, рассказал журналистам губернатор Вениамин Кондратьев. Не так давно на Кубани удалось реанимировать Мысхака, один из старейших заводов в регионе и в России. В 2014 году предприятие было признано банкротом. При помощи Министерства сельского хозяйства ему нашли нового инвестора. Задача власти и моя задача как губернатора была в том, чтобы помочь сохранить Мысхака, его виноградники, не допустить, чтобы эта дорогостоящая земля использовалась по другому назначению. В марте 2018 года возобновлено производство винодельческой продукции. В апреле уже были разлиты первые вина Мысхака. Этот кубанский бренд мы не потеряли. Напомню, что Краснодарский край занимает первое место в России по объемам производства вина. В прошлом году было разлито около 14,5 миллионов декалитров вина и чуть больше 3,5 миллионов декалитров игристых вин. Это более 40% от объема всего российского вина.